Ассаламу алейкум. Я приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Мы по-прежнему находимся в городе Любляна. И сегодня мы пришли в центр Любляна для того, чтобы снять немного и показать вам, как выглядит воскресная продажа антиквариата, бушных вещей. Уже много лет в Словении зародилась такая традиция, что в воскресенье утром люди собираются и продают разные свои старые вещи, которые им уже не нужны. Также продают старое, покупают другое и занимаются бартером. Сейчас мы немного пройдемся по самому центру города Любляны и посмотрим немного нашими глазами на рынок в городе Любляна. Вот в таком красивом месте находится у них этот рынок. Много кафе, много людей. Мы уже поздно пришли, надо было еще раньше прийти. Вот так продают, видите, старые вещи. Как всегда, полным-полно туристов здесь. Вот. Иногда очень интересную и полезную вещь здесь можно найти дешево. Я вот смело вам говорю, что очень мало даже в Австрии мест, которые могут похвастаться своей красотой, как центр города Любляны. Как видите, уже люди расходятся, мы пришли немного поздно. Сейчас пройдем в другую сторону. Аслабек тига хала. Вот. По-моему, он это падает. Он отсюда встает. Китайский понарядки. А это не меч. Убирай бил меч, он пахнет.
Это старинные фотографии, значки, монеты разные. Это славянские монеты, да? Славянские монеты. Вот старые славянские монеты, а вот они подписаны с 2000. Тоже вот старые монеты. А можно видео снять? Пола. Вот что. Видно, не видно. Вот так старинные есть антиквариат монеты. Это видео для русской аудитории. Русской аудитории. Руслан. Маренко, если ты продал тистого русского, Екатерину си продал? Есть, да, русские монеты? Мы с тобой продали. А, продали, да, уже? Yeah. Окей. Все, хвала. Вот так, видите, можно по-русски подойти, если медленно поговорить. И вы поймете их, и они вас поймут. Она сказала, что они продали монету Екатерины, старинную, только что недавно. Вот, вот. Хотели мне ее показать. Вот так. АМС. Это кто в Австрии живет, поймет, что значит АМС. Кстати, когда в Австрии идешь, вот снимать какой-нибудь фломаркет, такси недовольны бывают. Убери камеру, орут. А здесь как-то народ попроще. Ну и, как всегда, немало цыган, которые продают здесь. Ну вот так. На этом мы видео закончим свое. Надеюсь, оно вам понравилось. Я же со всеми прощаюсь. Всем пока. Ассаламу алейкум.